Прежде всего хотел бы сказать всем большое спасибо за то, что вы приехали на нашу гонку. Погода обещала быть сначала хорошей, потом плохой, в результате солнышко, и это радует. Да. Также хочу сказать большое спасибо нашему спонсору, да, магазин Триал Спорт. Сейчас мы идем непосредственно к награждению. Категория любителя. Самая большая категория. Количество участников прям зашкаливает. Третье место. Митин Владимир. Второе место. Бакиев Ренат. А первое место в очередной раз занял Кубка Михаила Михаил, Москва. Вот это бой! Сегодня не уедет. Такая самая молодая, самая перспективной категории экспертов. Я не буду его больше держать. Я убрал. Третье место. Софий Тимур, Казань. Второе место. Передовый Владимир, Нижний Новгород. Там показывает праздник, Скорпион тоже как-то. Тоже это? И кто же это? Главная интрига, я прям даже не знаю, как это сказать. Пока еще не в Новгород. А тут еще, наверное, Москва. Это Косков Александр. Причем с отрывом 2 минуты. И внезапно образовавшаяся такая категория. Категория девушки, которая без категории. Малина Юга. Малинникова Юга. Москва. На первое место. Рождайкина Ольга. Москва. На очередной первое место.
заняли первое место в вашем телевидении. Еще раз хотел бы сказать всем большое спасибо. Приезжаю на значит, результаты будут лучше на всех сайтах, которые были анонсы. Каких сайтов были анонсы? Спасибо! Кто не смотрел, там и... Не помню. Не знаю, слушай. Я хотел бы сделать групповое фото.